Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трешечок. Как всегда, докачиваем Охника, я надеюсь. Вот такие у нас сегодня акции. Сейчас побегаем по акциям и попробуем докачать Охника. Посмотрим, насколько у нас хватит ресурсов. Так, забираем плюшечки. Таблетки можно уже докачать и скин на Космо. Вроде я его не докачал до максималки, сейчас посмотрим. Да, вот все, максимальный скин Космо. 800 атаки, нифига себе, вот так вот. 800 атаки плюс жизнь, хорошо. Здание тоже мы сегодня, по идее, должны докачать. Так, тут переведем. Чего у нас еще не хватает? Таблетки. Все, только одно здание осталось. Отлично. Так, что у нас по рынку? Ну, такой вот рынок. Ну, мне с этого всего надо были только вот камешки. Мы их забрали, 790. Надеюсь, мне их хватит. А может и не хватит. Сейчас проверим. Поехали на Охника. Наверное, скорее всего, даже не хватит. Ну, тут понятно, тут и книг не хватит, но книги, если что-то, мы добьем. Да, может, чуть-чуть не хватить, будет обидно, конечно. Хотелось бы его уже докачать до максималки. В принципе, 28, нет, 29 не хватит нам на максималку. Придется все равно тут завтра ждать. Вот так вот. Так, окей, поехали. Что у нас сегодня интересного есть? Давайте пройдем, заберем плюшки и побежим по акциям, посмотрим. Так, дискаунт и коллекционер. Ну, коллекционер такой себе, а вот дискаунт сегодня просто обалденнейший. Посмотрите, сколько разных плюх. Так, забираем за 800 сундучки, 5 штук, ну такое продает смертельный за самики. Да без доната это вообще топчик. Так, 10 рун за 8000, дороговато, но 150 сумочек, я считаю, это отлично за 5 косамов. Это без скидки. 200 книг за 15 дороговато. О, нифига себе, утекание продают. Смотрите, ребят, десятка утекания. Топчик СО. Как по мне, реально кайф. Так, ну мы вот это заберем. Поехали дальше. Красные кристаллы мне вообще смысла уже брать нету. Их 17 тысяч, они перейдут скоро в перелимит. Оживу продают неплохо. Кстати, заберу оживу. Вот у меня что-то маловато ожив. Потом ролить будем. Вдруг коробок еще не хватит. Нифига себе, Sacred Light SO продают. Как по мне, это вообще топчик. Коробочки.
Посмотрите, что делается на этом сервере сегодня. Вообще кайф. Можно так жить, ребят. Давайте возьмем. Так и быть. Просто кайф. Посмотрите на эти награды. Все для тебя, любимый, без донат. Минус 20, минус 70%. Ну, забираем еще вот это. Давайте книг возьмем. Только там не так надо сделать. В общем, вот так вот. Неплохие плюхи мне понравились. Плюшки реально кайфовые сегодня. Так, поехали, откроем еще сундучки. Так, что у нас получилось? Нифига у нас не получилось. А с этих сундуков у нас не падает. Нету. Ну, отсюда падает. Можно попробовать эти пооткрывать. Давайте откроем. Посмотрим, сколько нам книг упадет. Ради интереса. Ну, чуть-чуть падает. 10. 10. Ну, хоть книг 100-200 набьем. В общем, мне все равно в любом случае не хватит сейчас кристаллов, чтобы докачать до максималки. Скорее всего так. Можно сейчас посмотреть, конечно, сколько там нам за космо дадут кристаллов этих. Но видите, их не добавили ни в какие итемы. Потому что если бы добавили их в какие-то коробки, это было бы жесть реально. Да и так жесть, 30-й прорыв это. У героев по 2 миллиона жизни. Нормально так нам итемов нападало. Смотрите, сколько мы уже их открываем. Жесть. Так, ну прибавились у нас еще карты, но вторые смысла открывать нет. Пока что у меня там плюшки, которые мне не особо нужны. Такс. Но больше нигде. Так, что у нас по книгам? Вот 1040 книг уже получше будет. Уже поинтересней. Такс. У коробочки добавились. Космо 50 штук можно достать. Окей. Так, что мы там делали? Поехали дальше качать. Тык-тык-тык-тык-тык. Где-то вот ты, огник наш. Да, не хватит, и причем не хватит прилично камней, к сожалению. Вот смотрите, сколько забирает прокачка, офигеть. Да, надо будет на следующий 195. У меня столько нету. Даже книг не хватает. Вот так вот. Почти, ребята, почти докачали. Еще немножко, еще чуть-чуть. 29 уровень. Что у нас получается? Ну, так вот. В принципе,
довольно-таки неплохо. По статам тоже неплохо так. Так, хорошенько поехали дальше. Смотрим, что там у нас есть. Можем сейчас у коллекционера еще порубиться. Попробовать. Сейчас посмотрим, что у нас по акциях. Космопак. Так, Dragon Orbs я не буду. Поехали в Баназу, посмотрим, что здесь интересного есть. Ну, здесь ничего не поменялось. Тут то же самое. Даже вообще печально все. Ну, попробуем, может, тут что-то вытащим интересное. Вообще, что тут падает с героев? Сердцеедка, Санта. Анубис, Лаваника, Асура, Махатма. Здесь ничего не меняли, походу. Сказать-ка, Анубис, Лаваника, Асура, Махатма, Радка, Стрелок. Какой-то купон вытащили. Сейчас посмотрим, что это такое. Давайте уже добегаем. По идее, Огник следующий, я не знаю, скорее всего, будем Фрею качать. Интересно посмотреть на нее на максималке, что она будет себя представлять. Ворожай мне просто нереально понравился в сборке Огненка плюс СО. Интересно, когда новый этот добавят, фон уже. И может, я где-то его провтыкал. Так, эссенция, понятно все. Ланд мы не будем. Проспектор, Devotion Gifts мы забрали. Давайте проспектор посмотрим. Но не вижу я купона еще. Фиг его знаю, где он. Блин, а теперь по одному. Давай, 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 давай. 25% на редке этот выпадет там сумки. Так, тыква. Пирачка. Так, окей. С этим разобрались. Поехали, заберем плюшки. И паролем еще немножко. Может, что-то выпадет интересное. Такс, это фон не тот, все-таки фон нам выпал, но это не тот фон, который хотелось бы. К сожалению, что-то они этот фон не добавляют. Они на Пасху его добавят, что ли? Странно. А экшенч никак не сделать. Вот так вот ждем, все ждем. Сейчас мы еще забежим, посмотрим
Интересно посмотреть, может, в планте есть. Ну, я думаю, вряд ли здесь англичане ничего не добавляют. К сожалению, нет. Окей, поехали, попробуем тогда сыграть. А ну еще интересно, что у меня там по этим, потому что скоро будет акция в 22. Отлично. Так, хорошенько, хорошенько с этим разобрались. Ну, в любом случае нам придется ждать до завтра. Поехали. Там у нас 8,5к. Сделаем мини-роллинг по 450, посмотрим. Так, Phantom King, ну это такое себе. Ворожей, неплохо. Командором мечтаса, нифига себе. Видите, как мне здесь падает. Даже пикси упала, варлок. Атлант, Имхотеп. Еще Фантом Кинг. Раз, два и бочка, как обычно. Самый топовый роллинг, ребят. В общем, вот так вот. Все-таки завтра я уже докачаю Охника и потрешу им. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.